Пашинян не публикует имена погибших как в 44-дневной войне, так и во время последних стычек, чтобы мы не знали реального числа жертв. Об этом заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook вице-председатель РПА Армен Ашатян. Все остальное – это циничная, подлая, безнравственная, сатанинская вечеринка на могилах этих ребят. Какой вечеринкой стал его визит 21 сентября в Яроблур и танец полицейских на костях наших ребят? – заявил Ашатян. Касаясь предложения относительно того, что экс-президенты должны поддержать Пашиняна в этой сложной ситуации, он сказал, что вчера глава Кабмина дал ответ на все это. Вы видели, что он сказал? Я в вас не нуждаюсь. Я взял всю ответственность на себя. Но видели ли вы, чтобы он взял на себя ответственность? Он никогда ни за что не брал на себя ответственности. Ашатян также коснулся заявления Пашиняна о том, что мирный договор может не затрагивать карабахский вопрос, упомянув о том, что рассмотрение карабахской проблемы невозможно вне армяно-азербайджанских отношений. Пашинян по-скотски сказал, что Азербайджан должен пойти на переговоры с Карабахом. «Мы отказались от него. Турок стоит у Джермука, а мы ищем убежище», – заключил оппозиционер. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.